Добрый день, сегодня 17 ноября 2020 года, снова с вами грузчик города Ишимбай, дядя Гриша. Подъехал ко мне мой друг Фарид. Да. Вот. День добрый всем. Вот, Гриша позвонил, сказал, что у него есть наклейка. Я подъехал специально вот к нему, забираю наклейку «Башкорт». Дома приеду, стеклышко помою и наклею. Теперь мы тоже «Башкорт». Все полностью. И обращаюсь ко всем. Клейте наклейки. Русские, не русские. Все клейте. Давайте поддержим нацию башкиров. Потому что мы живем на этой земле. И эти ребята, они молодцы. Они борются за сохранение своей нации, своего языка, за свою культуру. Поддержим всех. Не дадим оскорблять башкортов, что они экстремисты. Я так понимаю, что сейчас надпись «Башкорт» будет клеить в основном те, которые с человечком строим сиськи и понимают, что нужно за свою землю, за свою родину, за свои устои бороться. Абсолютно верно, Гриш. Все, которые люди, у которых есть сознание такое, что мы живем на одной земле и все мы братья, у нас нет никакого разделения, и мы не должны дать такой возможности власти, чтобы они оскорбляли. Сегодня они оскорбляют ваш башкиров, завтра оскорблять будут татар, послезавтра русских, и пошло, и пошло, и пошло. То есть уничтожение национального принципа идет у них, у властей. Этого допускать нельзя. Еще раз говорю, давайте поддержим. Вместе мы только сила, и вместе мы победим. Хорошо, спасибо.